Сегодня Порошенко прекратил так называемое перемирие, которого, в общем-то, и не было. Еще раз, господин Порошенко показал, что он всего лишь кукла. Украиной правит кто угодно, Коломойский, там, правый сектор, кто угодно, но только не Порошенко. Он хотел всего лишь Порошенко показать Западу, что у нее есть какие-то устремления, и вроде он кого-то контролирует. На сегодняшний день стало всем уже ясно, что нет на Украине ни президента, нету ни самой Украины. Единственное, что радует, что на стороне патриотов, в руках у них оказалось тяжелое вооружение и танки. В этот раз все уже уравнялось. Думаю, освобождение Украины близко. Донбасс поставит на колени хунту, уничтожит фашизм и освободит Украину от этого зверья.